Всем добрый день. В общем, забрал я запчасти. Сейчас покажу. Значит, приехала. За два дня приехали. Значит, заказал я два сальника. Два себе. По 180 рублей. Значит, сейчас буду смотреть, что там за сальники. Значит, два сальника приехало. Я так уже немножко глянул. Ну, видно, залипуха. Ну, поработает, никуда она не денется. Вот он сальник. С пружинкой. Вот это как войлок. Это у них, походу, вместо этого пыльника. Красавцы. Китайцы. А нет, там есть. Там есть еще этот пыльник. Место под пыльник. Там видно есть. Ну, это у них дополнительная какая-то залипуха. Вот, сейчас буду собирать. Приехал, значит, сальник. Сейчас буду ставить. Вот, приехал мне насос. Значит, насос 4000 рублей. Идеальный. Я уже буду уверен, что сальник там новый стоит. Вот, шестерня. Вся в идеале, правда, черного цвета, не белая, не знаю почему. Значит, 4000 рублей. Потом два ремня, значит, ремень 220 рублей. 220 рублей, вот он приехал. Ну, тут все понятно, что тут написано. Вот. Я два штуки взял, ну, 220 рублей. Ну, что это, шапка сухарей, блин. Реально. Вот. И приехал новый, значит, щуп. Заказал я. 500 рублей. Вот. Вот он. Щуп. Мой щуп, вот он. Он весь пополопанный. Тут его ребята изолентой крутили. Что-то тут. Можно было эту трубку поменять. Ну, 500 рублей, я думаю, это не такие великие деньги для сальника, для щупа, блин. Вот, сейчас буду все оттирать, отмывать. Опять ставить сальники. Буду потихонечку. Поддон я вчера прикрутил. Так, успел его бросить. Там человек спрашивал, вот что за поддон, на нем отверстий нету. Ну, потому что у него система простейшая. Обычный поддон, у него стоят вот такие крепежи. И он сюда прикручивается. Вот одного крепежа нету, это надо детали на разборке искать. Его и не было здесь, вот здесь еще один поставлю. Ну, пока он и так и ездил, походу, без него. Где-то они потеряли или еще что-то. Вот, а так, в общем, я прикрутил. Вот так вот у меня моторчик сейчас выглядит. Сейчас буду. Помпу надо химией оттирать. Сейчас, думаю, накидаю сегодня все и буду головками заниматься. Головками заниматься. Вот. Буду дальше снимать. В общем, идет пока процесс мойки. Все отмываю потихонечку. Это подмывал, это он еще, блин. То есть вот здесь вот тоже до хрена мазуты, блин. Сейчас буду ее бросать в этот. Он бросил ее в химию. Кипит, отмывает, откисает. Думаю, сейчас откиснет, блин. Это что-то это вот от мотора. Уже он, блин, пятишка была, осталась фигня, блин. Еще сколько можно мыть. В общем, сейчас еще это надо мыть. Что-то краска заканчивается. Что, блин. Пока моечные работы идут. Ну, в общем, плодотворно сегодня день прошел. Накидал я полностью всю верхушку. И верхушку, а боковины.
Вот. Везде сталкиваюсь с мелочными проблемами. Проблемы, допустим, какие? Вот начал ставить крепление двигателя. Сейчас я балаболок выключу. Вот. То нет, у меня про татуировки рассказывают. В общем, красил я везде. То есть красил я не только сверху. Все запчасти красил изнутри. Ну, то есть после покраски все это лаком скрывал. Вот, ролик уже прикрутил, собрал помпу. Вот мелочь такая, да, казалось бы. Ну, ерунда. Почему у них было ухо обломанное на насосе? Потому что поставил я крепление, я изнутри его покрасил, снаружи потом дунул. Начал ставить, крепление упирается. Видно, да? Я его вот поставил, снял болгаркой, обрезал, блин. И вот так вот везде, такая мелочь. Здесь стоит баклуша, я не знаю, что это за фигня, блин. Ну, наверное, в общем, такая, я ее покрасил. Или горловина, или сопла. В общем, покрасил ее, сейчас сохнет. Вот здесь, в этой части, болт обломанный был, пришлось снимать, высверливать. Вот. Потом дальше мелочь такая, да, стоит масленка, чтобы можно было шприцевать помпу. Она стояла обломанная, пришлось сверлить отверстие, чтобы ее потом вот так закрепить. Ну, то есть всякие вот такие вот мелочи, блин. Из всех вот этих мелочей все это складывается. То есть все прокрашено изнутри. Ну, полностью каждая деталь крашеная. Вот, то есть уже как бы не просто там взял сверху, задул, да и все. В общем, такая фигня. Все, сейчас уже время домой ехать, отваливать. В общем, собрал, сальник поставил. В общем, работы как бы нормально. Завтра буду продолжать. Ну, уже вид двигателя потихонечку накидывается. Соответственно, вымыл воздуховоды. Красить еще их не красил. Потом буду... Фу, блин, краска воняет. В общем, все четко.